очень хороший, добрый кот. Но ему нужно быть в семье. Вот если в семью забирать, то чтобы он был один, и больше никаких посторонних животных. Ни кошечек, ни собачек. И может быть даже, чтобы и... То есть там, где маленькие детки, это тоже ему не подходит. Он не любит, допустим, когда слишком много, вот гладишь его, слишком много вот этой вот навязчивости, он может поцарапать. То есть вот такого плана. А дети, они все-таки, они контактные, да? Если только, может быть, мне кажется, не младше 14 лет. Задиристый бывает, подойдет, и вот девочку он у нас любит погонять, чтобы его гладили. Любит, он на самом деле он любит людей только. Вот, чтобы его гладили, он спать любит тоже со мной, обожает просто. Ляжет прям под мышку, обнимется. Кошки не любят его, потому что он задирается, поэтому такая реакция обратная. Вот он как будто он знает, что это самое, он как будто как специально вот он делает так, дразнит как будто. Если в семью пристраивает, то только чтобы один был.